Соберем набор на новоселье. Сначала сделаем мыло с водорастворимой картинкой. Вырезанный рисунок нужно поместить в слой с прозрачной основой. Основной слой идет белым. Сегодня я использую два цвета – орхидея и щербет. Для того, чтобы сделать цветы в силиконовых формах, нужно эту форму сбрызнуть спиртом, ополоснуть белой основой, и можно заливать даже два цвета одновременно. Если в цветке есть сердцевинка, залейте ее отдельно. В готовых цветах можно подчеркнуть рельеф с помощью перламутра. Можно собирать набор. Удачи!